Знаменитый роторный гигант РП-1250 вгрызается в угольный пласт самого большого в России бородинского разреза. На таком уже 30 лет работает Александр Исайков. В этом году в честь Дня шахтера он получил престижную для угольщиков награду. Нагрудный знак «Шахтерская слава» третьей степени. Самое сложное, конечно, это зимой у нас работа, когда вот мороз стоит 40, а нам надо выполнить свою сменную норму. Парит, в вагонах ничего не видать, и ты наугад грузишь. В День шахтера былые времена вспоминают и ветераны труда. Бригады все время собирались, мы привыкли ходить на этот праздник все время. Всегда отмечали широко и шли на работу, как на праздник. На главной площади игры для детей, песни, танцы и ярмарка. В этом году День шахтера в угольной столице края празднуют одновременно с Днем города. Население Бородино примерно 15 тысяч жителей, и жизнь каждого связана с добычей угля. 3000 работающих на градообразующем предприятии. Взять членов семьи – это полгорода. Здесь все знают друг друга по работе, там как соседи. И вообще это самые любимые и значимые праздники. Бородинский разрез – крупнейшее предприятие открытой добычи в СОЭК и всей России. Он обеспечивает топливом весь край и даже больше. Бородинский уголь идет на ТЭЦ и котельные Хакасии, Новосибирской области, Алтайского края и Дальнего Востока. В год предприятие добывает не меньше 20 миллиардов тонн ценного ископаемого. Если смотреть прошлый год, примерно на 1,5 миллиона больше даем объемов. То есть в этом году разрез работает достаточно напряженно, объемы достаточно большие. Мы сейчас работаем на уровне зимних месяцев. Техника новая поступает. Пришли два новых самосвала. БелАЗ 130-х приступаем к сборке. То есть готовимся к зимам. С начала этого года угольщики СУЭК уже опережают производственный план на 18%. Говорят, с такими темпами добычи, какая бы ни была зима, в домах красноярцев точно будет тепло.